Друзья, я приветствую вас на моем канале «Лимонадова про ЗОЖ». Меня зовут Анастасия, я практикующий дипломированный нутрициолог. И сегодняшняя тема будет посвящена тому, все-таки, каким же образом добиться результата в снижении веса и как удержать этот результат навсегда. Самая главная мысль, которую я хотела бы донести в этом видео, это то, что важно ставить грамотную цель. И у меня уже на канале есть видео, сейчас подсказку вы увидите здесь в этом видео, и также в описании к этому видео будет ссылочка на этот выпуск, где я уже рассказывала, какие главные ошибки человек допускает при достижении какого-либо результата, вернее, на пути к нему. И это не только касается снижения веса, вообще, в принципе, постановка цели. И вот здесь очень важно определиться, что все, что мы делаем для получения результата, в первую очередь мы это делать должны для себя. Наша главная цель – это мы. И тогда это не эгоистическая, кстати говоря, мысль, это как раз-таки наоборот, верно поставленная цель, которая поможет вам добиться результата и удерживать его длительно, потому что у вас всегда будет фокусировка на вашем мотивационном моменте. Что побудило меня начать, и это поможет вам продолжить. Но здесь очень важно понимать, что иногда люди путают как раз-таки вот эти две составляющие. Где же, как же понять, что эта цель для меня или не для меня? Ну, во-первых, посмотрите видео, которое я рекомендовала, которое уже есть на канале, и давайте сейчас там дам такой вот маленький совет, чтобы вы могли реально определиться, вы правильно в направлении находитесь или все-таки не совсем. В первую очередь, когда мы с вами хотим похудеть, у нас главная задача – это наше здоровье. Здоровый человек равно стройный человек, иначе быть никак не может. Полный человек, он уже априори не может быть здоровым, потому что как минимум жировая ткань выделяет огромное количество провоспалительных цитокинов. То есть человек постоянно находится в вялотекущем воспалительном процессе, что рано или поздно приведет организм к тем или иным патологиям, и это очень важно осознавать. Так вот, если мы с вами поставим цель, что мы снижаем вес для детей, чтобы поднимать детей, да, там, или, например, мы поставим с вами цель угодить мужу, да, чтобы муж нами наслаждался, нашей красотой, молодостью. Если вы поставите цель, что вам нужно, например, какой-то норматив сдать, у всех разные профессии, и иногда бывает такое, что нужно нормативы спортивные сдавать. Или, например, вам нужно какому-то юбилею, событию, к свадьбе, я не знаю, к какому-то еще там отпуску, да, скоро лето, мы все прекрасно с вами понимаем, что уже середина февраля, и тут не за горами уже и пляжный сезон, а готовиться к нему нужно заранее. Вот это все будет неправильно поставленной целью. И, конечно же, именно это и поможет, вернее, поспособствует не получению результата, а даже если вы его получите, то вы не сможете его удержать и сохранить, потому что ваша самая главная цель была, это не ваше здоровье, а какие-то промежуточные, некорректные задачи, которых вы добились тем или иным образом, да, и в итоге не можете их удержать. И теперь, каким же образом правильно поставить цель? Важно понять, что, как я сказала уже, да, что наше здоровье и есть наша стройность. Поэтому мы стройность добиваемся через состояние здоровья. И вот сегодня у нас будет вообще посвящено этому весь выпуск. Я расскажу про свою клиентку, ее историю. Это не единственный, скажем так, случай в моей практике. У меня очень много клиентов, которые прошли за мой 10-летний опыт через мои услуги, поддержку и помощь. Но это один из самых таких вот недавних результатов. Он очень классный, и я на примере хочу вам показать и рассказать, каким образом менялась моя клиентка и какие мысли были изначально в ее голове, какие сейчас у нее мысли уже происходят, а какой в итоге она мне написала отзыв, когда мы с ней уже закончили и прошло несколько месяцев. Ее зовут Юля, и эта женщина 50 лет, как раз таки, я считаю, самый рассвет, но это уже называется такой период у женщины, когда накладывается несколько моментов. Там уже есть и лишний вес, там уже есть гормональные проблемы, потому что женщина вступает в менопаузу. Там есть проблемы со здоровьем, с ЖКТ и многих других нюансов. Но Юля изначально ко мне обратилась с целью снизить вес. И она так и написала мне: «Анастасия, я хочу понять, какие продукты мне подходят, какие продукты мне не подходят, и я хочу снизить вес. Скажите, пожалуйста, смогу ли я похудеть вместе с вами?» Да? И вот здесь как раз-таки самый главный такой вот ошибочный промежуточный момент, что наша цель похудеть. Но когда мы с Юлей
были, заполнили анкеты, заполнили опросник нутрициологу, чтобы я примерно разобралась в ее жалобах, в ее симптоматике, смогла примерно направить ее на консультацию к определенным врачам, сдать определенные анализы. Мы это все потом посмотрели, проанализировали и пришли к выводу, что у нее есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, у нее есть проблемы гормонального характера, у нее были проблемы метаболического характера, то есть метаболический синдром, немного позднее я расскажу. И поэтому моя задача была Юлии объяснить и донести важность, что мы снижать вес будем как бонус, он будет уходить 100%, но через реализацию, вернее, через решение вопросов со здоровьем. Как только мы начинаем схему восстановления своего здоровья не медикаментозными способами, да, то есть это образ жизни, это питание, это восполнение дефицитов, которые мы увидели согласно анализам, да, и могли определенным образом их восполнить и восстановить из питания с помощью биологических активных добавок. И вот тогда в комплексе начались шикарнейшие изменения у Юли. И вот у нее изначально была одна и та же такая вот, знаете, такой вот неправильный паттерн поведения, то есть: Анастасия, я что-то не худею, Анастасия, я что-то не худею. Пока я не проработала с ней, что надо замерять именно объемы, потому что это и есть ваши размеры одежды. Очень многие люди делают колоссальную ошибку, думая, что вес – это главное. И как потом Юля мне призналась, сказала, что она худела и раньше, но на весах было меньше веса, а выглядела она полнее, чем на программе со мной. Что это значит? Это значит, что человек терял мышцы, терял много жидкости, терял костную ткань, и при этом жировая прослойка оставалась именно в объемах, то есть какая была талия, такая она осталась, попа, бедра, да, то есть руки, ну и все в таком вот духе. И после того, как мы начали сбалансированно питаться, пить достаточное количество воды, восполнять дефициты, проработали пищеварение, начались удивительные изменения. Вы можете сейчас посмотреть на фотографии Юли до, вот здесь вот вы видите, и на фотографии Юли после. Конечно же, колоссально изменились анализы. Мы проработали дисбиоз кишечника, проработали запоры, мы проработали детоксикационные функции организма. За счет этого есть огромные колоссальные изменения по гинекологии. Сейчас не буду углубляться, это более интимные такие вопросы. Да? Улучшилось состояние кожи. Она жаловалась на сухость кожи, на то, что чешется, шелушение. Все это ушло. Конечно же, стало спокойнее, потому что была тревожность повышена, очень стресс работа. Главную мысль, которую я хочу вынести из этого видео и передать вам, что мы держали фокус на совершенно грамотной и правильной цели. Это улучшение состояния здоровья, это улучшение показателей ее анализов, это, естественно, улучшение ее пищеварения, улучшение многих других нюансов, да, которые помогли в совокупности получить потрясающий бонус в виде красивой фигуры. Да, когда уже человек говорит, что Настя, на меня оборачиваются мужчины, я вообще и не дают мне мой возраст. Это, конечно же, сильно мотивирует, это приятно видеть, слышать. И, конечно же, получать комплименты тоже очень здорово и приятно. И самое главное, что сейчас я хочу вам сказать, что для большинства людей снижение веса стоит на первом месте, тогда как у людей могут быть такие проблемы, как инсулинорезистентность, могут быть проблемы с щитовидной железой, да, то есть при гипотиреозе снизить вес очень сложно, если изначально вы не откорректируете ситуацию. Как правило, ситуация с щитовидной железой развивается на дефицитах йода, селена, магния, цинка, железа и многих других кофакторов. И при этом, при всем, это чаще всего начинает развиваться на фоне заболеваний кишечника, да, или желудочно-кишечного тракта. Поэтому всегда мы подходим к здоровью человека комплексно, это называется интегративный подход. И мы с вами, конечно же, будем получать больше и лучшие результаты, когда будем решать проблему лишнего веса через коррекцию состояния здоровья. Это можно работать совместно с врачом-эндокринологом и с нутрициологом. Можно работать только с нутрициологом с точки зрения профилактики, да, многих моментов, составления питания, лечебных протоколов, ну и много-многого другого. И я хочу еще больше сказать, помимо щитовидной железы, инсулинорезистентности, у человека уже может быть метаболический синдром. А метаболический синдром – это такой комплекс симптомов, при котором у человека нарушается вообще, в принципе, работа многих систем. Это и углеводный обмен, это и липидный обмен. Нарушается, конечно же,
работа печени, да, у человека развивается неалкогольная жировая болезнь печени или по-другому гепатоз печени, когда уже клетки печени перерождаются в жировые, как бы, да, и печень обрастает этим жиром, и дальше потом, конечно же, ничего хорошего не ждет, если вовремя не заняться этим вопросом. И это происходит в связке, а не по отдельности. Человек начинает быстро набирать лишний вес, у него пока уровень сахара в крови в норме, но инсулин уже очень высокий. Это и называется преддиабет. Сейчас вы увидите подсказку, вы можете, кстати говоря, посмотреть у меня также видео на канале, где я изначально рисовала схематично для своих клиентов по поводу инсулинорезистентности и потом решила публиковать уже у себя на канале в YouTube. Можете тоже посмотреть и ознакомиться, каким образом профилактировать инсулинорезистентность. Так вот, и метаболический синдром в итоге потом приводит к чему? К тому, что кровь начинает густеть, воспаляются сосуды, у нас начинает развиваться атеросклероз. И вот здесь, кстати говоря, очень важно понимать, что потом человека сажают на метформин. Я причем не хочу сказать, что метформин это какое-то плохое лекарство, у него есть ряд побочек, но иногда метформин оправдан. Но здесь также важно понимать, что без коррекции образа жизни, без коррекции вашего мышления, понимания процесса, что мы не будем худеть с вами, потому что вы сядете на диету, это утопия, вы потом еще больше вернете себе лишнего веса обратно, и при этом при всем вы получите какое-то психическое расстройство. Но я не имею в виду, что это такое серьезное, как будто вы там с ума сойдете. Нет, не об этом речь. А это как раз таки будет для вас являться расстройством пищевого поведения, потому что вы длительно будете сидеть на диете. На диете, как правило, сидят люди неграмотно. Они сидят на ограничительной диете, которая изначально тоже утопична, и она не приносит результатов. Человек случается срывы, потом он начинает винить себя, то, что с ним что-то не так, а в итоге надо было подходить через коррекцию здоровья. И посмотрите, вот у Юли были такие вот результаты по эозинофильному катионному белку, да, который поднимается в ответ на воспаление в кишечнике. Была там не очень хорошая ко-программа, у нас был повышен холестерин, у нас был повышен инсулин. Сейчас это все изменилось, вы видите сейчас, да, тенденцию, каким образом, я вот вам показываю сейчас на экране, результаты ее анализов стали намного лучше. И вот таким вот образом она реально может контролировать. И вот буквально недавно мы с ней общались, и она сказала, что были такие стрессовые ситуации на работе, когда приходилось ей каким-то образом отвлекаться, и она сорвалась на сладкое впервые за последнее время. Она говорит, ну, благодаря полученным знаниям, благодаря тому результату, который я, Настя, вместе с вами получила, я легко из этого состояния вышла, сейчас у меня снова все под контролем, ни грамма нигде ничего не прилипло, и состояние общее тоже не ухудшилось. Вот это, я считаю, самая настоящая победа. Поэтому будут на канале еще, конечно же, подобные выпуски, я очень рада с вами делиться результатами своих клиентов, своими знаниями, своим опытом, поэтому вот подытожив это видео, давайте еще раз мы с вами основные аспекты, да, выявим, какие могут быть причины, скажем, препятствия к снижению веса через здоровье. Это проблема с щитовидной железой, как правило, всегда. Это метаболический синдром, при котором у нас повышен или сахар, и инсулин, или только инсулин, при котором у нас повышен холестерин, особенно липопротеины низкой плотности, и триглицериды в крови повышены, при котором у нас густая кровь, мы это можем видеть по высокому гемоглобину, высокому гематокриту, да, то есть мы видим, что у нас высокие эритроциты. Чаще всего это показывает на гипоксию, на сгущение крови. Далее, это дисбиоз кишечника. При дисбиозе кишечника всегда будет тянуть на сладкое, потому что тот патоген, который разрастается, благодаря сахару размножается. И, естественно, как бы, если это грибковые разные какие-то заболевания, если это какие-то бактериальные заболевания, либо паразитарные заболевания, у вас всегда будет тяга на сладкое. И пока вы не решите эту проблему, ну, сложно будет отказаться от этого. Далее, вам необходимо замерить уровень инсулина в крови. Если вы понимаете, что у вас есть лишний вес, а у вас и инсулин, и глюкоза в норме, я рекомендую сдать анализ с нагрузкой, да? То есть, когда при анализе лаборатории дают глюкозу, чтобы вы ее выпили, и очень часто бывает такое, что максимально, но в 3 раза может от щекового инсулин подняться у здорового человека, но если он у вас поднимается больше в трехкратном размере инсулина, допустим, он должен быть 5 инсулин натощак, он у вас поднялся до 5 после нагрузки. Но, как правило, бывает такое, что люди ко мне приходят, и у них инсулин и глюкоза в норме, по всей симптоматике у нас метаболический синдром налицо, мы сдаем под нагрузкой анализы,
и получаем инсулин под нагрузкой под 50. Бывают даже такие случаи, это очень на самом деле большая проблема. Поэтому этот анализ тоже необходимо сдать. Но вот, в принципе, это самое основное, да, щитовидная железа, метаболические заболевания, высокий инсулин, который также относится к метаболическим заболеваниям, и дисбиоз кишечника, на что важно обратить внимание. Но про такие основные моменты, что несбалансированное питание, недостаточное потребление чистой воды, малоподвижный образ жизни, это понятно, естественно, всем. Просто бывают такие случаи, когда люди, сдавая анализ, вернее, когда пытаются снизить вес, у них и есть спорт, да, в их жизни, есть вроде бы нормальное питание, вроде бы и спят вовремя, да, кстати говоря, это тоже очень важный момент, да, чтобы соблюдались циркадные ритмы, ну и много-много другое, а вес не уходит. Тогда надо проверять вот эти моменты. Вот на примере моей клиентки вы видите, что все возможно, поэтому дерзайте, мои дорогие, и обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что в телеграм-канале у меня каждый день ответы на ваши вопросы, я с вами на связи, у нас очень много там интересных тем. У нас уже там такое сформировалось классное сообщество женщин замотивированных, да, которые интересуются здоровым образом жизни. И самое главное, что в телеграм-канале я провожу также прямые эфиры с ответами на ваши вопросы, где мы глобально это разбираем. И буквально вот во вторник у нас с вами будет также прямой эфир 13 числа, благодаря которому вы сможете поприсутствовать и задать свой вопрос в прямом эфире. Если останется время, я обязательно на него отвечу. Поэтому всех приглашаю подписаться на мой телеграм-канал и принять участие в моем прямом эфире 13 февраля в 19 часов по московскому времени. Ну и также подписывайтесь на мой канал, если вы зашли случайно в качестве гостя, я буду вам очень рада, и впереди нас ждет еще больше интересных полезных видео. Ну а я прощаюсь с вами, до новых встреч, ваша Настя Лимонадова, целую и обнимаю.